Всем привет! На телеканале «Россия-1» выходит новый сериал под названием «Будьте счастливы». Надя идет на отчаянный поступок. Преданная человеком, которому доверяла самые откровенные мысли, она мечтала родить супругу ребенка, но страшный диагноз разрушил ее мир, полный счастья и надежд на благополучную семейную жизнь. Не выдержав напряжения после открывшейся правды, благоверный собирает вещи и уходит к любовнице, а затем подает на развод. Оставшись в полной тишине и одиночестве, Надежда принимает решение покончить с собой, чтобы прекратить страдания. Но судьба проявляет благосклонность, и вскоре самоубийца попадает в больницу на скорой помощи. Она обретает необычный дар – видеть людей, которых нужно соединить в одно целое. Надя устраивается в подходящее место – ЗАГС, где получает прекрасную возможность для выполнения важных миссий, но не представляет, каким образом донести до пар, что выбранный человек не предназначен судьбой. Премьера 4-серийного сериала «Будьте счастливы» состоится в 2024 году. Точная дата выхода будет известна позже.